Участники республиканской экологической акции «Келета Бегат» собрались сегодня в городище Базулук, чтобы навести чистоту и порядок на территории уникального исторического памятника. Полина Зачиналова расскажет. Базулук – это древняя ставка кыпчакских ханов. Здесь творилась история, здесь неподалеку находится наша столица. Очистить территорию древнего городища Базулук собрались более 200 столичных активистов. Они поддержали республиканскую экологическую акцию «Келета Бегат». В этом году эко-мероприятие направлено на сохранение историко-культурного наследия. Потому что именно богатая история нашего народа, богатая история нашей страны является консолидирующей основой для молодежи разных этносов, разных категорий. Акция «Келета Бегат» направлена на то, чтобы привлечь внимание молодежи к развитию экологической культуры. За лопаты и грабли взялись как молодые волонтеры, так и деятели искусства. Здесь же и научные сотрудники столичного университета. Каждый пришел по своей инициативе. Сообща, активисты убрали и облагородили около 100 гектаров территории древнего городища. Здесь очень много мусора, очень много грязи, бумаги. Все это скидывают люди, сами же выкидывают. И сейчас, получается, мы за этим всем убираем, чтобы сделать город чище. Я неравнодушен по отношению к нашему городу, по отношению к истории нашего города. И я считаю то, что каждый человек когда-нибудь должен помочь городу. Базулук – это наше сакральное место. Это военно-политический объект Средневековья, И как бы я посчитал своим долгом прийти и немножко навести, может быть, здесь чуть-чуть такой порядок, и я рад бы здесь. В этом году к традиционным субботникам присоединились более 2000 активистов из всех регионов страны. Неравнодушные граждане убирают не только территории исторических памятников, но также приводят в порядок парки и скверы. Активисты уверены, подобные акции помогают привлечь внимание общества к сохранению окружающей среды. Полина Зачиналова, Диас Куламбаев, Хабар, 24.